слово Гнёдрага Маркшича, координатора работы у канцелярии младых. У Шидзе проект тих работах потримало Министерство младых у и спорту за 150 тысяч динарий, а млади за общини Шид, коло 14 и 20 волонтеров за Нового Саду, робя на обнови и фарбенью мобилиару у Дзецинским парку у Ямени, который тиш знищени у майским виливу. По нешкайшим закончению работы за новосадзянях обеспечено ноцование у просториях летней владической резиденции у Шидзе, где будет отримане за шидски учащников и преподавание под назву «Обнова и защита от виливу и дружение», а работа будет предложена и на ютре по 17 годин. А члены Сдружения женов ЗОС Битичу и обидва дзецинские фолклорные группы на ютре будут гости у соту и вежню участь у программе с нагоди Валалского Кирбаю, ведно со членами Хорватского культурно-уметницкого друштва ЗОШИДУ и ЗОЗЛЮБЕЙ. Битичанки виложа на штанду свои вишивки и другие ручные работы.